В другом регионе запада страны, Мангистауской области, не хватает специалистов в дорожных отраслях. Причем не рабочих, а тех, кто за работой подрядчиков должен следить. В отделах ЖКХ мало кто получил соответствующий диплом. К примеру, в Каракиянском районе работают молодые люди, имеющие высшее образование, по другим специальностям, но не дорожным. В остальных четырех районах области положение получше. Там есть 1-2 профильных специалиста. И вот, чтобы исправить ситуацию, в Национальном центре качества дорожных активов провели семинар для госслужащих. Персидский ковер. Так в народе прозвали эту дорогу села Баенды. 2 года назад случился громкий скандал. В сеть выложили видео, где местные жители руками поднимают асфальтовое покрытие. Последовала проверка, выявившая, естественно, нарушение. В Национальном центре качества дорожных активов тогда констатировали, причина подобных нарушений в отсутствии прохождения экспертизы технической документации и не привлечении технического надзора. Все в целом говорит о слабом профессиональном уровне специалистов. В моем отделе работают 7 специалистов, из них только один человек имеет образование в дорожной отрасли. В Мунайлинском районе 600 километров дорог, из них 91 километр районного значения, остальные 500 внутрипоселковые дороги. Благодаря семинару мы сегодня о многом узнали. Для улучшения навыков госслужащих хотелось бы проводить такой семинар 2 раза в год. В лаборатории филиала Национального центра качества дорожных активов сотрудники акиматов. Им показывают новые технологии и передовые способы проверки дорожного полотна. Аппараты выдают точные параметры дороги и ее дефекты. Автоматически они заносятся в базу данных. Человеческий фактор и коррупция исключены. На сегодняшний день у нас есть договоры с 4 районами, но есть и проблема. К примеру, с акиматом города Актау и вовсе отсутствует связь. Несколько раз выходили на них с письмом и в этом, и в прошлом году. У нас предложение проверить строящиеся дороги по периметру города, но до сих пор нет ответа. Для проверки строящихся дорог местные акиматы выделяют деньги Национальному центру качества дорожных активов. С начала года проверены трассы районного значения. Скоро приступят к областным и республиканским дорогам. Работа идет, но не всегда оперативно. В центре уверены, финансирование из республиканского бюджета дало бы независимость, большую скорость и регулярность надзора. А так процесс тормозится. И это в дополнение к проблеме с неквалифицированными кадрами в самих акиматах. К слову, в прошлом году по области отобрали больше 1000 проб на трассах. 300 из них не соответствовали техническим требованиям. Тамара Степанова, Ренат Дусалиев, Мангистауская область. Итоги дня.